Смоленская компания по производству дорожной техники среди партнеров проведения выставки форума «Комфортная городская среда». Их машины убирают улицы городов почти во всех регионах России, но тем не менее они не смогли остаться в стороне от этого события, поскольку именно такие встречи и позволяют лучше понимать своих клиентов. Данная выставка является эффективной площадкой для продвижения нашей техники, потому что здесь мы общаемся непосредственно с нашими заказчиками, обсуждаем технические моменты, доработки, внедряем инновации, делаем наш продукт лучше. Всего в выставке, которая проходит в третий раз, принимают участие более 30 организаций, которые представляют полный цикл благоустройства от проектирования и составления смет до поставщиков материалов, оборудования и различной строительной и уходовой техники. Компании и делегации представляют не только Самарскую область, но и еще 17 регионов. На выставке можно познакомиться с деятельностью организаций и найти решение для благоустройства под свой вкус. Мы ждем абсолютно всех неравнодушных жителей на нашу выставку, независимо от профессии или профессиональных предпочтений, потому что все мы хотим жить в красивом городе, экологически чистом, уникальном и привлекательном не только для жителей, но и для туристов. Работы по формированию комфортной городской среды вышли на новый уровень в 2019 году, когда президент Владимир Путин инициировал нацпроект «Жилье и городская среда». Только в Самарской области за 5 лет удалось благоустроить более 700 общественных территорий и 1500 дворов. Я хочу всех вас поблагодарить за ваш труд, за ваш вклад. Пожелать вам хорошей работы на этой выставке, обменяться и получить побольше опыта, компетенций, чтобы стать еще большими профессионалами в этой деятельности, коим вы сейчас, безусловно, являетесь. На выставке также на протяжении всех 3 дней будут проходить семинары и круглые столы, где участники будут обсуждать современные подходы к реализации нацпроектов. Нововведения в законодательстве в сфере ЖКХ, бережное отношение к благоустройству природных территорий, а также различные реформы, тенденции и особенности обслуживания городской среды. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.